Приветствую вас, уважаемые друзья и гости моего канала. Хочу поделиться с вами одним очень вкусным, интересным рецептом картофельного рулета на пару. Это блюдо я первый раз попробовал в Узбекистане, когда был в Ташкенте, и оно мне очень понравилось. Данное блюдо в Узбекистане называют хану. Но это не чисто узбекское блюдо, это блюдо можно отнести к азиатской кухне, потому что у него есть разные названия: орама, орома, ханум. В разных странах его называют по-разному, но в принципе суть одинакова. Блюдо очень сытное, вкусное, калорийное и в приготовлении не очень сложное. Для приготовления рулета мне понадобится. Для начинки я буду использовать фарш. Возьму килограмм фарша крупно помолотого. 3 средних луковицы мелко нарубленных. И 3 средних картофелины порубленных мелкой соломкой. А для приготовления теста мне понадобится 2 больших стакана муки, кружка холодной воды, 1 яйцо и чайная ложка соли. Из приправ для начинки буду использовать черный перец и заранее насушенный базилик. В начинку добавляю столовую ложку соли, добавляю базилик, уже перетираю листья руками, и я люблю, чтобы было базилика очень много. И также решил добавить немного молотой зиры. Зиры немного, так, чтобы присутствовал вкус. И добавим побольше молотого перца. Хорошо все перемешиваем руками. Хорошо перемешав фарш, убираем его на полчаса в сторону, чтобы он хорошо пропитался вкусом приправ, соли, перца. И начинаем делать тесто. Тесто я, друзья, буду вымешивать в хлебопечке, такой вот тестомесилке. Но можно вымешивать тесто без проблем и руками. Тесто надо делать так, как мы делаем его на пельмени или на манты. То есть очень хорошо вымесить. В то время, друзья, когда мешаем тесто, не забывайте подсыпать муки. И тесто вот должно, если делать в хлебопечке, должно получиться в виде шара. И этот шар не должен прилипать к рукам. Но при этом мягкость теста должна быть такая, как примерно мочка уха. Вот, видите, спокойно. Делаю шарик, он не разваливается, не растекается и не липнет к рукам. Теперь убираю это тесто на полчасика в холодильник, чтобы оно отдохнуло. И после этого приступим делать рулеты. После того, как тесто отдохнуло, достали его с холодильника. И примерно поделим на 3 одинаковых части. Тесто должно хорошо резаться. После того, как поделили тесто, убираем лишние кусочки и начинаем раскатывать хороший, большой, но при этом тонкий пласт.
После того, как раскатали большой лист теста, на него быстренько выкладываем начинку. И стараемся ее распределить равномерно. Заранее ставим в пароварку воду, чтобы она закипела, и когда мы приготовим наши рулеты, чтобы их сразу же поставить на пар. После того, как распределили начинку, берем и аккуратненько заворачиваем наш лист в рулет. Аккуратно, равномерно. Если тесто сделано хорошо, оно нигде у вас не прорвется. Теперь залепливаем хорошенько наши края. Можно даже вот так вот их немножко скатать. И выкладываем заранее подготовленный противенек для пароварки, смазанный маслом. Ну и точно так же делаем еще два рулетика. Прошло ровно 45 минут. 45 минут мы держали рулеты на пару. И теперь они полностью готовы. И вот так вот, как вы видите, красиво получились. Теперь разрезаем порционно ножичком. И смотрим, как получился наш рулет. Все приготовилось, все отлично. Тесто крепенькое, запах просто супер. Данное блюдо можно кушать с различного вида соусами, с аджикой, со сметаной и чесноком. Короче, что вашей душе угодно, с тем можете есть данное блюдо. На этом, друзья, буду видео заканчивать. Надеюсь, вы повторите мой рецепт, и вам это блюдо очень понравится. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч!